Здравствуйте. Сначала любой стрим, ребят, по законам жанра, он должен начинаться с настроек, чего бы то ни было. Zip Life. Да, именно оно мне и надо. Жарко, пиздец. У меня аж пульс высокий. Ну да, погода плюс 31, чё. Плюс 32. Это будет или было? А, это сейчас. Ох, к 6 часам будет плюс 30. Но ночью, естественно, сука, будет плюс 16. Естественно, там никаких там 19, 20, вот это вот, знаете. Завтра будет плюс 18 ночью. Вторник. 30 число, плюс 29. И все, потом дожди. О, сентябрь, плюс 15, плюс... Все понятно. Да. Все, как обычно. О, ветром подуло чуть-чуть прям. Хорошо. Ах. Воды чуть-чуть осталось. А я не помню, что здесь делать. Блин, взял геймпад, он прям легкий такой. То есть это какой-то хрен, который умеет свои бомбы ставить, да? Ой, слушайте, по-моему, у меня тут... Вот в этой версии игры беда со временем реальная. Ну а теперь что делаешь? Ледино. Мне так времени может не хватить.
и мозгов. Что я делаю? Знаете, что сложно в ретро-играх? Их невозможно комментировать. Вот почти. Вот ты смотришь на это и... Вот просто, ну... Ну, бля... Что я могу сказать по этой игре? Я... Бомблю. Всё. Господи, твою мать, вылез. Я реально сейчас даже не увидел. Вообще насрать, какие врата, главное синие. Burn 8 scrap papers. Нормально. Ой. А этот уже не умеет, к сожалению. Карабкаться по бомбам своим. О, на селект сохранятся, я теперь это знаю. Так и убил. Это реально более хорошая штука, без шуток.
А вот столько взорви. Чмырь проклятый. А, все-таки эта штука их генерирует. Было 7, стало 4, когда я одного убил. Я, видимо, что-то путаю, ребят. Мне кажется, даже знаю, что. Осталось 3. Но я без шуток реально не совсем понимаю, что мне надо убивать. Зараза, ты проклятая, минута 20. Думаю, хватит. Нет, не хватит, смотри. Ой, началось. А, вот эти сами херовины взрывать надо. Это же можно вообще не уходить даже никуда. Даже не генераторы надо взрывать, а вот эту саму херню. Охуеть. Ну, ждем-с. 6. Сколько производит одна вот такая срань вот этих штук? Это уже третья, кстати. Руда, отстань от меня, я тебя прошу. Не надо этого делать. Так, сейчас я туда приду. Gates open. Еде. Ой, блять, я назад вернулся. Ёб твою мать, а. То есть у меня 3 минуты на то, чтобы всех убить. Хорошо. Тактика глубокой зачистки тогда.
Господи, в том, что я взял, вообще есть какой-то логический смысл? Что это за срань, господня? Что делают эти бафы? Господи, как их взрывать? Как их взрывать? А! Простите. Блять, я походу нечаянно назад вернулся. Ну, собственно, где был? А толку с этого? А, блядь, здесь не нужно задачу второй раз выполнять, это... Сука. Надо просто в ворота идти, всё. Gates opened. Я забыл вообще про это. Условие не сдохнуть, когда пока идёшь до ворот. Остальное просто физически не имеет смысла. Важно то, что здесь все равно есть два перехода. Собрать всю еду. Это значит, что ее нельзя нечаянно взорвать. Вот в чем проблема. У меня нечаянно дожалось вверх. Ой, сейчас бы рестартил, а? В самом деле, реально, самый ублюдский концепт уровня это вот с... да. Вот.
где надо собирать вот эти вот штуки. Это без шуток самый ублюдский концепт уровня. Да сдохни! Нормально. Нет, он все еще надо мной издевается. О, я въебал. Фиг, что ли, у этого мужика? Хотя бы транспорт не отнимают, но какой же я теперь медленный. Замечательно. Еще жарко, еще эти уёбки лезут, боже. Нет, ты умрешь. А у меня не было выбора, я его не мог убить, он вот шатался туда-сюда и... Тут такой вариант, либо от него умереть, либо... То есть попытаться прям под него подставить бомбу. С одной бомбой это не так весело, я честно скажу. Вот с двумя самые... Такой, знаете, хорошенькое. А три это уже на боссов. Это когда уже требуются действительно серьезные разговоры. Ой, ладно, не важно. Благо эти пузырики не дамажат. Опа. Опа. Я помню, вот в прошлой части Бомбермена, вот все... Уволен!
Да пес с ним. Мне не хватает третьей бомбы. А четвертую я никогда не ставлю, потому что боюсь об нее сдохнуть. Подумал, что-то я не так делаю явно. Я надеюсь, здесь не 100 левелов. Только 99. О, сразу рейндж. Знаете, все-таки количество бомб важнее. Я только сейчас догадался, что это за хреновины, которые вылезают. Это, короче, Шреддер, и это, короче, бумажные вот эти вот хрени из-под Шреддера. Как они правильно называются? Ленты бумажные. И да, это местный враг. Но игра сделана в Японии, поэтому все нормально. Вообще никаких вопросов быть не может. Мне уже пора орать про «я жижал» или еще нет. Наконец-то, скотина. А мне времени-то хватит? У меня еще 7 штук и 3 минуты. Привык к хитбоксам в более, я не знаю, адекватной, что ли, игре. Ну, потому что таких ублюдских хитбоксов в версии на Сеге не было. А я еще сижу, думаю, что не так? Ч
Чё-то я часто умирать начал. Ладно, эта хрень долго не живет. Пиздец, сори, но я просто, блять, хитбоксы это просто, я ебал. Я реально сначала даже не понял. Просто до меня вот реально доли писечки докасается, все, я мертв. Что с этим ластиком? Ему плохо? Это было очень близко. Боже, блять, куда я иду? Сейчас мне игра напишет, поспешите, а куда, я не знаю, в какую сторону мне спешить. Харяп, куда, блять, мне харяпаться? Летить, да чего ж петушиный левел на самом деле? Одна херовина, ладно. Сейчас успеваем. Не успеваем. Там же, блядь, еще это. Там еще до ворот дойти надо. Минус жизнь.
Эта срань вычищает из меня бафы. Он еще и куда-то направо поперся. Нет, ну эта концепция уровней самая ублюдская и... Ну, то есть, ну реально. И мне никто никогда не объяснит, почему взрываются эти... ленточки из-под Шреддера. То есть они реально бахают. Сейчас опять будет тайм-овер. Что? А, ну это поебень прошла просто. Что это? Это очередная вариация ластика, вот эта вот извращенная, которую я видел. Они тут, по-моему, всегда в одном месте еще. Тогда это имеет логический смысл. Но я, естественно, я не идиот сидеть и запоминать 8 этих суитов. Но, по-моему, не здесь. Вот, слушайте, по-моему, точно не там. Вот, реально. Каждый второй ублюдок в этой игре, его обязательно нужно взрывать двумя разными минами. Неужели? Чтоб мины при этом не взрывались одновременно. 4. У меня минута осталась. Три. А вот тут я не помню ничего. 2:50 времени. Да я не могу харяпать, тут сраный этот.
Серьезно? Подожди, ты серьезно? Пизда, 14 секунд. Четыре, три. Ну, gates open. Окей, gates open. И мне же... Если я gates open, то... Ах вы пиздухи, блядь, вонючие. Я же открыл ебучие гейтсы, блядь. И Билл Гейтс, и все Гейтсы, мать вашу! Сука, я сейчас сгорю. Ну, трайд тупо тратим на то, чтобы собрать бафы. Потому что по времени здесь невозможно успеть. Это самый ублюдский уровень. Он не один такой, все самое ужасное. То есть они их еще и клонируют. Можно как-то рестарт левел сделать сразу? А все, я просто все, мне причем надо все траи потратить сейчас. Из меня выбили все бафы. Ой, блять, ну я сгорел уже просто. Подгорел, проиграл. Минус бомба. Я почему-то в своем воспаленном мозгу запомнил такую вещь, что... А, ладно, неважно. А, нет, это какая-то совсем бесполезная срань, даже для прохождения уровня не подходит. Хитбоксы. Против них не попрешь. Просто время потерял из-за ублюдка. Блять, нет, 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 пожалуйста, иди сюда, ублюдок.
Объебос, иди сюда, блядь. Я тебя убивать буду. Какой же я объебос все-таки? Объебос. Объебосина. Другая объебосина меня сейчас убила. Да ебучие хитбоксы, блядь. Сейчас уже даже не смешно особо. Он бьет не фактическим своим местом нахождения, а... Я не знаю, блядь, моделькой на экране. Самой. Изображением. Фактическим. Ну, такого какала я еще не ел в своей жизни. Знаете, это что-то на уровне игра на Atari 2600 по мотивам фильма «Инопланетянин». Вот там такая же поебень была. Хотел по-умному сделать. Получилось... Долбоеба, может что-нибудь получиться по-умному? Мне кажется, нет.
Ай, блядь, пиц, да, рулю. А, нет, живой. Заебёшь. Благодарю. Жаль, что рейнджа не 9 где-нибудь, знаете. Его, он абсолютно бессмертный, его надо убивать, его можно убить только одним способом. Вот так вот. Все, все, больше способов не существует. Где Gates Opet? Где? Скоты, где Gates Opet? Пусть, но это мое. Это ко мне. Это сейчас разберемся. Значит, скоро я эту игру начну спидранить, наверное. А, летит их здесь. 10 штук, а нет! Пиздак. Да, походу, тут реально 100 уровней, потому что один пройденный уровень добавляет мне 1%, сука. Ой, бля. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Жить будем.
Ай, блять, а эта хуета, она меня убивает? Мне еще одна рейнджа нужна. Бля, потом выяснится, что на последнего босса нужны будут эти бонусы, иначе ты его хуй убьешь. Да, ублюдок. Она не с чертов, будь ты проклят. Семь. О, шесть. Выглядит вполне possible. А со второй что будешь делать, ублюдок? А, подождите, а вот это вот сака, это является поясом или нет? Это просто важно на самом деле. Нет, это не пояс. Это просто какая-то, я не знаю, генератор помех. 4. Ёб твою мать. 3. И шо? Блять. Скотина. 2. Насрать вообще. Одна рейнджа вылетела, но это плохо. Почему не бомба? Один. Hurry up! Блин, но без одной рейнджи это противно. Очень противно. А какого хуя я там? Ой, блядь! Сука ты душная! Понятно. А я не понял, я скисарсы должен запилить, да? Чего, блять? Нет, только не говорите не убивать ни одного врага. Thank you.
О, и один убил, и мне как бы ничего не сказали. Вот это вот, знаете, вот классическое местное ебало на ноль, все дела. Как убивать эту срань? Блять. Я нечаянно закрыл экран геймпадом. Сука. Видимо, все-таки не только скисерсов надо убивать. Умри, умри, умри! Ах ты ж паскуда! Хитрожопая. Ой, блядь. Это я охуевший. Ой, хорошо. Два. Ой. И я причем вижу обоих самых ублюдских противников в игре. О, все-таки ты сдох, паскуда. Как тебя убивать, извините, пожалуйста. Эгги гейтс опен. Что ты нахуй такое? Ой, блядь! Скотина хитрожопая. Слышь, ты нормальный вообще? Ебучий случай, кто же мог подумать. Ну, шанс сейчас у меня около... А, не, подождите, ничего же особо не меняется на самом деле. То есть, только единственное, что надо делать вот так. И еще вот так. О, хотя бы рейнджа. Хорошо, хорошо, хорошо.
Вот тут реально боссы рассчитаны на то, что их можно пройти одной бомбой. Но тут без шансов, понимаете? Тут нет возможности никакой среагировать на то, какая бомба в тебя полетит. Вообще, никакая бомба, какой скилл его в тебя полетит. А бомбы ставить нужно. Ладно. Вот теперь мне уже не хватает бомб. Ой, хорошо! Ой, прям идеально попадал. Попал. Блин, я бомбу туда хотел поставить, но забыл. Мне кажется, это какой-нибудь трехкратный урон, когда он вот так вот на нее прям пухает сверху. Ну да, там, наверное, может быть, даже побольше урона влетело. А, у меня еще кола осталась. Ой, пепси Того у меня 3 минуты. Как обычно. Ой, блядь. Геймпад. Ой, гейм овер. Пад овер. Какая разница? Сколько, интересно, занимает спидран этой игры? В кои-то веки я рад даже немножко скучать. Оп, твою мать. Что это такое? Что это было? А что оно в меня швыряет? Семечку, что ли, какую-то? Или что это? Я, без шуток, не могу есть помидоры. То есть не то, что они мне не нравятся, я вообще их не могу есть. Меня тошнит от этого вкуса. Остальным людям как бы норм. Я не знаю, что это такое, но говоря языком полного дилетанта, говорят, что типа, вот знаете, что-то очень любишь, если этого в организме недостаточно. Ну, из еды, я не говорю там про какие-то вещи, которые вызывают привыкание, там, я не знаю, ну, всякое.
еда. А вот у меня, видимо, вот в помидоре содержится фермент, которого у меня в организме просто настолько дохуя, что мне блевать тянет, когда я их ем. Ноооо, господи, что это за срань? Почему именно пузыри? Откуда в холодильнике пузыри? Я понимаю, если бы на меня падала пустая консервная банка. А можно и полная. Три фоеса осталось. А, слушайте, эта хрень здесь даже имеет какую-то пользу. Это телепорт. И у меня осталось 54 секунды. Там мне напишут хряп. Пизда рулю. Ну, крыса в холодильнике, это и в порядке вещей. Это вообще ничего не удивительного. А, у меня осталось 15 секунд, у меня нет возможности ничего с этим сделать. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Давай, 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 ублюдок. Gates opened. Окей, gates opened. Гиде! Простите. Как мне вызвать... Вот он. Эники, Бенники, ели... А, неважно. Ой-ой! А, не прони... Все, запомнили. Яйца тоже непроницаемые. Это мне сейчас показалось или... Знаете, у меня появилось подозрение, помните, я постоянно говорю про версию Java? Мне просто кажется, что я, когда играл на Java, я был не настолько тупой, как сейчас. Потому что я помню, что я в конце дошел, прошел игру со всеми бафами. А там бафы под конец такие, что, ну, вообще... А, у яиц. Я только сейчас понял, есть, короче, какой-то... Господи, я не могу, конечно, в такую жару играть. Мне, то есть, пульс 109, я просто сижу и ничего особо не делаю. Конечно, игра душит, ну, невозможно. Просто своим существованием. Ну, давайте я буду объективен. Если бы мне такая игра попалась, ну, то есть, если бы у меня был Game Boy вот этот вот Advance,
и он бы, то есть мне бы там было там лет 8, наверное, я бы просто кипятком бы ссал от радости. Если бы мне купили вот такую игру, я бы реально ссал кипятком. Потому что в то время, когда тебе еще, знаете, так сказать, времени у тебя свободного, ну, совсем дохерища. И ты еще, так сказать, молодой. На дворе там 2002 год. Вообще было бы идеально. Просто эта игра, она в какой-то степени это гринд. И я помню, вот в то время, там, вот 2006, но это уже мне было лет 12. Помню, в РФ онлайн играл. Сейчас, как в это играть, вот в таком возрасте, когда у тебя не так много свободного времени, я хер пойми, как в это играть. Одна из немногих игр, ну, в принципе, линейка еще есть какая-то, где игры, в которых не существует смысла. То есть геймплей есть, смысла в них нету. То есть, то там буквально на что ты, сука, тратишь свою жизнь. А, ну тут понятно, тут, конечно, замуровали демоны. Блин, но я имхо скоро закончу, потому что, ну... Мне в буквальном смысле душно уже даже не от игры. Просто вот реально воздуха не хватает, хотя мне дует с улицы. Ну, заебись, чё. На самом деле, конечно, стримить по полтора часа это не дело. Я помню один человек, когда говорил, типа, а стримы как бы и должны длиться полтора часа. Вот как бы люди пришли, аудитория твоя, ты с ними пообщался, и как бы все, сидеть тут пердеть 5 часов, что типа делать. Я в какой-то степени с ним согласен, но если бы аудитория была. Вообще, имхо, продуктивный стрим, прям полноценный на всю катушку, он может, мне кажется, продолжаться часов 6 с перерывом. То есть фулл-тайм, но, к сожалению, понимаете, как сказать, что я имею в виду под полноценным стримом, когда человек реально ебурит, там, знаете, VR ставит в спидранах, там, я не знаю, первое место в рейтинге в доте какой-нибудь, я не знаю. А, конечно, пиздеть можно и часов 12 спокойно. Я так один раз 12 часов сидел, как бы. Мне норм. А, реально продуктивный стрим. А, да, я вспомнил слово продуктивный. Он, ну, не может длиться больше. Буквально, там, я не знаю. 6 часов. Ну, никак. Потому что ты банально заебываешься. Ну, можно, понятное дело, 8, но с большим количеством перерывов. Сходить там кофе попить, размять. И то ты там, понятно, все, я устал уже, там одна срань пошла. А, заебись. Подонковские уровни прошли. Пошли, точнее, не прошли. Господи, а что мне тут вообще надо делать? Я забыл.
А, все, открыть ворота. Если я не помню, что делать, значит, надо открывать ворота. Да я хотел это красиво это сделать. Боссы пока, конечно, очень легкие, но вы знаете, и в Мега Бумбермене тоже боссы были никакие. Ровно до последнего. Последний может оставить тебя в этой игре навсегда. Отдыхать-то будешь, ублюдок? Как тебя убить? Нет, ты должен умирать. А, нужно, чтобы он не успел применить свою способность на бомбы, понятно. Понятно, понятно. Игра, выпусти меня отсюда. Опаньки, опаньки! Что это за... У меня такая хрень была... А, нет, нет, не она, это какой-то покемон. Слушайте, ребят, я только что понял, что у меня проблемы с управлением. Нет, L, R. А почему тогда мне написано, что типа пресс... Может это Select? Или Start? Нет. Это B такое, ребят. Вот это вот. Пресс. Вот это вот. Это B. Ну, подождите. Я тут просто обязан, к сожалению... Проверить вот это вот. Что хочу сказать по этому поводу? Это конченая поебень. Так, ребят, давайте так. Мне реально уже хреново, и я чувствую, что я просто душусь. Я делаю второй сейв, и, пожалуй, все на сегодня, пока не понизится температура на улице, потому что это просто невозможно. Стримить в холод вполне. Оделся и норм. В жару вот в такую вот. 24 августа плюс 32, сука. Это просто невозможно. И главное, вот реально, 31 августа, все, плюс 22 и дождь. В общем, ребят, всем огромное спасибо, что смотрели. Всем удачи.